В зале напряженная тишина, ребята старательно считают и меньше чем за 10 секунд знают ответ, записывают и переходят к следующему заданию. Поражающая скорость решения для человека, который никогда такого не видел. Нынешняя Олимпиада уже вторая, организатор школы ментальной арифметики «Сарабан». Участников более 70. В разных номинациях им предлагали задания, на выполнение некоторых отводят не более 2 минут. Олимпиада – это вообще как смысл проверить, да, детям себя проверить, посоревноваться, проверить свои знания, которые они получили за это продолжительное время, посмотреть свой рейтинг по сравнению даже с другими детьми, да, и как-то простимулировать детей на дальнейшее обучение, на дальнейшие занятия, то есть чтобы им было интересно, это весело. То есть Олимпиада – это не просто даже проверка знаний, это еще как праздник для детей. Программу занятий ментальной арифметикой составляют механические упражнения пальцами на счетах, счет в уме и упражнения на концентрацию, внимание и логику. Это помогает значительно увеличить скорость мышления и способность к творческим дисциплинам. Но нынешняя Олимпиада для детей все-таки больше праздник, ведь кроме решений заданий подготовили викторину и, конечно же, торжественное награждение. Без медалей и дипломов не остался никто, даже самые маленькие, те, кто начал познавать азы ментальной арифметики не очень давно. Альберт Домнин, новости 360. 60 Ангарск.